Приветствую вас, дорогие друзья. Меня зовут Кирилл. Сегодня мы с вами сделаем UV-разверточку от нашей кровати, которую мы сделали уже ранее. Сразу поспешу сообщить, что помимо вот этой штуки я еще сделал фаску на самой кровати, то есть на одеяле и на матрасе, чтобы потом нам было проще. Давайте еще отделим L по selection. Хотя, наверное, стоит потом их объединить в одну. Типа раз, два... Раз, два, три. Ctrl-J. Есть. Это чтобы была мягче она. Чтобы спалось удобнее. Нам нужно сделать UV-развертку. И давайте к этому приступим. У нас тут есть вкладка UV-editing. Чтобы видеть нашу текстуру, нашу разверточку, давайте сделаем текстурку с сеткой UV-grid. Окей, неважно какая. Создадим материал. Новый материал. Выберем здесь картиночку. Добавим сюда текстурку, которую мы создали. И возьмем все объекты. Ctrl-L. Материал. Теперь здесь включаем материал. А ты что-то не подцепился. U. Unwrap. Итак. Готовимся к тому, чтобы развернуть нашу кровать правильно. Чтобы понять, что она правильно развернута, мы используем такую сетку. Вы можете найти ее как в блендере, так и в интернете скачать. Подключаем в материалы и видим ее на нашей кровати. Если квадратики, а это называется чекер, квадратики на чекере ровные и аккуратные, то значит, что с разверткой все хорошо. А если вот такие, то значит, все плохо. Первое правило, которое вы должны знать, мы создаем разрез на тех углах, которые равны или больше, чем 90 градусов. Острее. То есть, выбираем все острые углы. Например, вот тут, вот тут, вот тут. Сразу предупреждаю, что это... не урок, а руководство к действию. И это достаточно сложно для тех, кто только начинает. Поэтому, скорее всего, это для более опытных, кто уже прошел первые стадии и готов погружаться дальше вместе со мной, учиться дальше. Мы выбираем все острые углы, обязательно помечаем их как Mark Sim, а потом обязательно помечаем как Mark Sharp. Потому что на этих углах мы будем запекать фаски. И... наша программа для запечки должна знать, что на этих углах находятся фаски. Для этого мы помечаем шарпами. Здесь выбираем Mark Sim, Mark Sharp. 90 градусов, 90 градусов. Поэтому обязательно помечаем. Дальше тут у нас вот здесь 90 градусов, вот здесь 90 градусов. Mark Sim, Mark Sharp. Постель. Из-за того, что я скосил ее, получилось тупее, чем 90 градусов. Поэтому чекер на ней хорош. Остается у нас что? Вот эта перекладина. Выбираем вот так. Вот так. Снизу нам не нужно выбирать. Здесь. Mark Sharp, Mark Sim. Подушка. Подушку давайте пометим. Вот здесь. Mark Sim, Mark Sharp. Теперь берем нашу кровать целиком. Нажимаем U. Точнее, в режиме редактирования. A, U, Unwrap. Вот наша сетка. Неудачный, конечно, UV-grid. Вот. Давайте пока бланк оставим. Но будем знать, что у нас в любой момент есть возможность включить сеточку. Вот кровать наша развернулась. Развернулась она вот таким вот месивым. Чтобы понять, где какой полигон лежит, можно включить вот эту синхронизацию. Выбираем вот это. Вот видим, что вот этот остров наш. Вот этот полигон, это вот он здесь. Еще раз UV Unwrap. И здесь давайте поставим расстояние между островами 0,03. Для того, чтобы во время запечки создавалось пространство между островами. Вот, один кусочек, это остров называется. И чтобы при запечке
была возможность немножко вылезти за края на нашей текстуре, надо оставлять небольшое расстояние. Пока я ставлю 0.03, пока еще не нашел, точнее, не рискую ставить меньше, но если вы не боитесь риска, то вперед. Так, мне интересно, вот это что такое? Это наша подушка. А, еще заметьте, что на самом деле объектов, то есть островов, меньше, чем на самом деле, потому что у нас очень много объектов, это отзеркаленные моменты. Вот в чем подвох, или вот в чем преимущество. Используя mirror и разворачивая объект с модификатором mirror, вы создаете overlap, то есть кусок подушки содержит в себе информацию другого куска подушки. И таким образом, когда вы будете текстурить, вы закрасите вот этот участок, и все остальное закрасится симметрично. Таким образом, для объектов, которые издалека видны, это очень удобно. Можно использовать очень большое пространство на текстуре, крася только маленький кусочек. Но если вы используете эту модельку для какого-то там близкого перемещения, для знакомства, то есть вы как игрок подходите близко и видите, что на подушке 4 одинаковых тайла, то есть здесь звездочка тут, и вы думаете, ничего себе, разработчики сэкономили на текстурах. Ну, да, так и есть. Это один из способов оптимизации. Дальше наша задача – это правильно разложить эти самые островки так, чтобы не оставалось, ну, как можно меньше осталось темных участков на UV-развертки. Поэтому готовьтесь работать руками, господа. Здесь то же самое. Мышкой выделяем, G перемещаем. Одинаковые куски R90 выставляем рядышком. Тык-тык-тык. Давайте мы их отсортируем. R90. Так, тебя L, с помощью кнопочки L выбираем кусок сюда, ставим рядышком, ты, это вот оно, так, ты, R180, давайте мы как-то равномерно распределим, угу. Давайте вот так. Эти кусочки можно разложить внутри. Вот так. Маленькие еще есть куски. Вот еще маленький кусок. Надеюсь, достаточно будет расстояние для текстурирования. Ты. Иди сюда. Мы, конечно, можем применить модификаторы и разложить всю кровать. Но тогда будет текстура меньшего качества, то есть каждому участку достанется меньше покраски. Для первого раза достаточно хорошо пооптимизировать сразу все как надо, а дальше вы уже сами смотрите, как вам нравится больше и как вам необходимо будет. R90. Самые большие участки это у нас вот постель и вот постель. Мы их давайте разместим как-то вот так. Потом возьмем вот эти кусочки. Разместим их, допустим, вот тут. Потом возьмем вот эти куски. Поместим их вот сюда. Вот эти куски. Сейчас давайте подвинем. Играли в Тетрис? Вот, все очень похоже на Тетрис. Сумей разместить объекты так, чтобы заполнить максимальное пространство. В процессе все еще будет наверняка правиться, поправляться, потому что не сразу можно определить правильное положение островов. Подушки очень странно мало места так досталось. Ну ладно, пока
пока так. Потом берем все вместе, в центр ставим, чуть-чуть скейлим по возможности. Давай, друг, вниз. Тихо. Все это выбираем еще раз. GUI. Это можно и повращать. Минус 90. Я не вращаю вот эти доски, потому что, когда будем текстурировать, чтобы они были правильно направлены, чтобы волокна, допустим, дерева были в нужном направлении мне. Тут столько места остается. Нехорошо. Но пока, наверное, хватит. Потом, когда уже будем текстурировать, будет понятно, где надо будет развернуть. Можно подушку применить и разложить ее куски здесь. Давайте применим подушку. U unwrap. О, только половинка развернулась. U unwrap. R90. Лучше ровными цифрами пользоваться. Сжимаем. Тебя сюда, а тебя сюда, наверх. Можно еще чуть-чуть, ну, скейлить. Вот так. Более-менее заняли пространство на текстурке. Давайте включим сетку N UV Color Grid и посмотрим. Нигде подтяжек нету. Вот видите, это вверх ногами, но это не страшно. Зато вот это вбок. Хотя здесь правильно, я думаю. При текстурировании будет видно. Все, мы кровать развернули. И все, давайте сохраним объект. На этом, наверное, закончим. И перейдем в следующий раз уже к экспорту в Substance Painter, к текстурированию и так далее. Правка ошибок. И прочее, прочее, прочее. Спасибо за внимание. С вами был Кирилл. Подписывайтесь, не забывайте оставлять комментарии и сообщать о ваших успехах. Надеюсь, что у вас все получается гораздо лучше, чем у меня. И всего вам доброго. Пока-пока.